Пришел я такой со школы домой, радостный. Думаю, сделаю еще нарезку попусков деда. Захожу на стрим и вижу это. Трич ТВ, если ты, сука, что-то там нарезочку свою, вот эту гоняную опять сделаешь. Ты био-человек, сука, я тебе сразу страйк кину, мразь. Ладно, ребят. Нарезки не будет. Я пошутил. Только не присылайте в интернет, пожалуйста, чтобы этой фотки не было во всеобщем обозрении. Это чисто на трансляции, для пацанов на трансляции, девчонок. Чтобы это не было в всеобщей сети, понятно? Просто для вас, чисто на потоке в рамках сегодняшней трансляции, не более. Вот такая вот, смотри. Вот, пожалуйста. Да. Вот такая у меня банка, вот, смотри. Так, 62 чилика, 64. Ехай, вот сейчас контент пойдет, даб-даб-даб-даб, я даю даб. Ты знаешь, Ша, я тебе так скажу. Никогда не поздно начать. Главное, не поздно кончить. Чего? Дневника. Больше ни одного стримера так не попускают свои же зрители, как тебе. Сейчас тебя опять школа-то в ноль раскатает в зомбях, и ты опять офнешь стрим, подтирая сперму со своего ебальника. Жалкая женщина. Я сказал, все. Еще раз повторяю. Да будет порядок. Да они меня не попускают, это они меня так любят. Да. Это они так проявляют любовь. Я верю в тебя. Ты самый лучший, самый сильный стример. Накажи этих школьников. Сейчас, братишка, сейчас я им дам просраться. Сейчас эти гады будут извиняться. Сейчас я закажу... Сейчас я заставлю их плакать. Да, сейчас они от смеха поплачут все. Давай, дружочек. Дедуль просто закидывает тридцатку, если выигрываешь. Базара искал бы. Да, он пока выиграет, уже все помрут от того, что, блядь, будут ждать, пока он выиграет. Просто посмотрите на его игру. Базара искали бы в Сануа. Сануа пососал. Дурачок. Опа, привет. Привет, маленькая, давай назад. Давай, задок. Давай, сучка, назад. Твоя мать, она кто? Но это не считается, окей? Базара Эскалибур. Ой. Ай, блядь. Блядь, сука! Твоя мать! Ну, здесь уже такой консенсус, как сказать, этот, понял? Ну, как сказать, резус-фактор. А, форс-мажор? Это форс-мажор. Да. Это просак форс-мажора. Фаска. Казус. Казус, точно, это казус произошел, да. Конфуз. Поздравляю тебя с блестящей победой над школьниками. Я даже и не сомневался, что ты одержишь верх, ведь ты сильный в мдере. Ты дурак, меня вода убила. Я полетал нахуй, сука! Ну, приехала, дура. Блять, не понял! Вы видели, меня пацана телепортнуло? Отвечаю. Да. Дедушка, да. Поздравляю тебя с очередной уверенной победой над школьниками. Господи, как же ты восхитительно с ними расправился. Дед, ты супер. Олька, ты супер. Юсик, ты супер. Леголас, ты супер. В данном чате все, кто меня слышит сейчас, вы супер. Да, все.
Все, кто меня слышит, вы супер. Почему болит очко? Я об этом не знаю. У меня так. Я не знаю, у меня так сильно болит мое. Бред какой-то. Где они? Вот что мне теперь искать? Там чил катается, вообще зона не трогает. Это же бред какой-то. Понял, зона вообще не трогает чила. Блять, оружие поставил нормально. Да, бред. Ну это бред. Нужно их искать в кустах ездить или что? Ну это тупо. То есть они просто прятались и все. То есть я выиграл.